культурно-спортивном комплексе «Уникс» Казанского федерального университета прошло мероприятие для студентов «День карьеры Альтхаус». «Альтхаус» — это ведущая российская консалтинговая компания, объединяющая более 150 профессионалов в сфере финансов, налогов, права, оценки и инжиниринга. Клиенты компании — это крупные государственные компании, промышленные, инвестиционные фонды и частные клиенты. С недавних пор мы взяли такой формат работы с работодателями, где они приходят к нам с презентацией не только в виде встреч, лекций в аудитории, но сейчас мы работаем в плане проведения ими интерактивов, то есть мастер-классов, лекций, полезных для студентов. Цель данного проекта – помочь студентам Казанского федерального университета найти места для стажировки, временную занятость или трудоустройство. В программе выступления были мастер-классы от сотрудников-экспертов и практикующего юриста. Кроме образовательного блока, в течение дня карьеры проводились квизы и интерактивы, а также розыгрыш. Заявлено у нас было около 50 участников, и постепенно в течение дня эти 50 участников они будут принимать участие. В большинстве случаев это студенты Института экономики и управления финансов и юридического факультета, так как сам работодатель работает в сфере консалтинга, и, так сказать, работники именно представлены из этих сфер. Для того, чтобы принять участие, нужно было сделать репост или переслать его другу, зарегистрироваться и прийти на мероприятие. Напомним, что организатором Дня карьеры выступил Казанский федеральный университет. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.